с вами канал Бутовстан ТВ. Мы сегодня на концерте очень крутой группы «Культурная беда». Ребята, привет! Рок-н-ролл! Ребята, расскажите вкратце о своей истории. Как давно вы существуете? Ну, в общем, однажды, короче, мы просто решили стебануть над Стасом Боем и группой «Огневой район». Понимаете, просто человеку снился Юра Хой и шептал свои песенки. Ну, и мы решили, что, короче, раз он Стас Бой, то я буду Боря Поповым. У него бэк-вокалист, значит, Мегатрон у нас будет Дихлофос. И барабанчик Сутимо. Место Шутовое. Вот из прошлого состава. Вот. А потом нас это заебало, короче, и мы решили собраться в культурную бездарность. Первая песня бездарности — это «Бабкаем». Песня о жизни, на самом деле, на текст. Почему? Потому что... Вот вы просто посмотрите, вас каждый год, не вас, может быть, не вас, но ваших родителей, большинство, каждый год, на Новый год, на 9 марта поздравляют уёбище Батима, Максима Галкина, Киркорова, которые топтали Пугачева. И это нормально. И это охуительно. А тут простой паренек рассказал по факту, что он выебал бабку. И это фу, блядь. Это охуенно. И этого я вам желаю говна и много блевоты в этом году. Есенин, Маяковский, Виталий Бьянки, рассказы про животных. Подожди, про рассказы про животных поподробнее можно это. У нас скоро выйдет песня про трехмора. Да не чувак, не лезь. Чувак, ты видишь, блядь, ты видео снимаешь? Куда ты лезешь, блядь, а? Не бомбись, это правильное место. Только как он оттуда вылазить будет? Я не собираюсь лезть. Пизду. Сколько концертов вы уже отыграли? Два. Шесть человек было. Мы отыгрывали перед шестью охуенными зрителями, остальные были участниками других групп. Понятно, как вам? А ну вас только... Чего вы ждете сегодняшнего концерта? Получить пиво в лодке, пиво и сигу стрельнуть, у кого-нибудь важно? Сигу стрельнул, всегда выполнено. Нет, ну после концерта еще у кого-нибудь пострелять было бы неплохо. Самое лучшее. Ну после концерта... Да, и это... А если еще сухариков к пиву дадут, так это вообще пиздец. Ну такого еще не было. Ну, я знаю, что... Ну, вроде как должен петь он, что они сегодня выступают. Да, а в одной я пою. Ну, это не то, что Бабочка. Это еще под вопросом. Да, это под вопросом. Это наш оператор пришел, кстати, вот. Слушай, чего бы, типа, никогда бы...
А я спел бы на сцене такую песню, что ты когда бы не играл бы на сцене. Так иди, это слышно. Нет, на самом деле я бы не спел на сцене песню «Российский Дед Мороз». Обидно. Скажи, что ты пожелаешь фанатам рока перед Новым годом? Тихо, поменьше хуёв! Фанатам рока перед роком постараюсь пожелать, ну как, без матов, более адекватно и цензурно, но перестать быть фанатами. Будьте самими собой. Вам должна нравиться музыка, а не люди. И в этот момент я с татуировки группы «Кило». Так, всем спасибо, с вами был Владислав ТВ, мы еще снимем видео. Команду дай. Привет, ребята, опять мы снимаем продолжение первой части уже на сцене. Как ваше впечатление от этой сцены? Сцена охуительна, звук просто бездарный. Как бы нам там многие люди не говорили, некоторые из них здесь присутствуют, как бы, не будем помнить контору, чтобы не сеять здесь негатива перед праздником, но говорили, блядь, звук на базе говно, Захар, как обычно, будет носиться, все настраивать, звук хуйня, все трещит. Блядь, по мне, как звук охуенно, я не знаю. Ребят, вам понравился звук? Охуенно! Ребятам понравился звук. Я себя слышал, то есть, ребятки тоже, то есть, ну, сбивались ребята исключительно по моей вине, когда я забывал текст и повторял два раза один и тот. Да, так вообще по сценарию так идет. Вот, давай, наверное, у каждого участника вопросики поспрашиваешь. А впечатления от публики? Публика здесь самая замечательная, все уши доломали, и вообще все круто было. Не отпустили. Мне понравилось, что здесь было... Короче, однажды, проходя мимо концерта, я не прошел мимо и зашел, и я сделал не бас гитаристом. В общем, как-то... Один раз не бас. Я сказал, я бас гитаристом! На туре! Очень круто, что под вашу музыку был слэм. Вот, и охрана, ну, здесь нет охраны, вот. Но внезапно она появилась. Да. И на этом интервью кончилось. Давай закончим тем, что кончили на интервью. Нет. Давай. Смотрите, я хочу такое сказать. Звук был охуенный, ребята были охуенные. Гугенот, респект. Всем респект, ребята. Просто пиздец, охуенная тема, бля. Так, это кто вообще? Вот, и, понимаешь, суть в том, что, ну, все было классно. Мне все понравилось. Всем остальным тоже все понравилось. Респект всем. С наступающим! О, рок-н-ролл! Когда планируется ваше следующее выступление? Но как только позовут, вообще мы всегда с радостью соглашаемся на все приглашения, потому что у нас нет денег на репетиции. А это охуенная возможность, чтобы, ну, как бы приехать в помещение, в тепле порепать. Обычно мы знаем, что это как бы на теннисных ракетках, на бедрах репаем, я там в дезодоранте на песни свои. А скажи, на какой площадке ты бы хотел выступить? На какой площадке я бы хотел выступить? Ну, знаешь, где-нибудь в полях Монголии на навозном поле, блядь, среди охуенно просветленных буддистов. Да, ну, про просветление, конечно, прикольно. Лучшую песню ты написал уже или еще напишешь? Да, лучшая моя песня не написана и никогда не будет написана, это, в принципе, невозможно. Поэтому лучшая песня — это как коммунизм, она никогда не состоится, но в нее многие верят. Очень клево. В общем, ребят, спасибо вам за интервью. Всем рок-н-ролл! Еще пошумим!